И снова здравствуйте, всем привет, ZBrush 2019, и как обещал, давайте попробуем сделать именно звездный купол. Погнали. Так, заходим в тулы, и нам понадобится сфера. Открываем сферу, вытягиваем, жмем Edit, жмем Make Polymesh и сделаем Geometry Dynamesh. Для того, чтобы мы будем сейчас все это дело резать. Нажимаем Dynamesh, смотрим сетку. Shift, левая кнопка мыши, выравниваем сферу. Ну и погнали. Первым делом нужно все дело это продублировать. Сделаем вот так дубликат. Вот таким вот образом. Переключимся на верхний Subtool. И теперь Ctrl-Shift. Выбираем Trim Rect, квадрат, вот эту резку. Ну и где-то вот так вот. Половина от собачьим. Вот так что-то получилось. Здесь теперь поделено. Вы видите, что две полигруппы стало. И вот такая сетка у обрезки. Так, сейчас вот так поставлю. Теперь делаем опять же геометрию. И так, Dynamesh вот эту вот. Маску Ctrl снимаем. И она сейчас сетку восстановит. Вот опять же две разные полигруппы. Ctrl-W делаем одну. Ну а теперь давайте вычитанием поработаем. На второй Subtool переключаемся. Теперь Move Scale. Прозрачность можно поставить, чтобы видеть, что тут да как. Вот так вот перевернуть. Слишком тонкие стенки нам тоже не нужны. Где-то вот так вот. Ну и в принципе все. Теперь ставим на вычитание. Вот эту вот галочку вторую ставим, включаем. Переключаемся на первый Subtool. Видимость второго. Прозрачность можно убрать. И теперь Merge, Merge Down, ОК. И Ctrl, снимаем выделение, делаем Dynamesh. Вот у нас получилась вот такая сфера. И теперь делаем Ctrl-W. Одну полигруппу. Можно еще даже сделать геометрию, опять же Dynamesh. Ну вот, есть у нас заготовка. Теперь поле F выключаем. Что нужно сделать? Нам нужно теперь первым делом давайте всю ее закрасим. Именно всю, потому что если где-то вы не покрасите, там будут черные места. И теперь врубаем. Ну какой лучший цвет купола взять? Ну давайте белый. Ну, чтобы видно было, можно такой зелененький. Вот такая штука. Все должно быть в цвете. Все должно быть прекрасно. Так, все закрашено, все зашибись. Теперь давайте текстуры и подгрузим импорт какую-нибудь текстуру именно звездного неба. Рабочий стол. Ну и что-то сказочное, приятное, да? Подгружаем, жмем вот на этот значок боковой. Сейчас все загрузится. Так, теперь нужно сделать немного ее четче. Ну и немножко вот так вот выбрать именно то место, которое нам нужно, чтобы звезды как-то больше-меньше были. Ну, где-то вот так вот. Z английская. И попробуем теперь поставить белый цвет. И все это дело покрасить. Ctrl-Z. Смотрим что да как. Ну, в принципе, нормально. Вот такая штука. Что теперь нужно сделать? Теперь нужно сделать Z-плагины и зайти сделать UV-мастер. Делаем UV-мастер, развертку.
И уже можно будет сохранять, нажимать экспорт и сохранять это все дело на рабочий стол или в папку и загружать в Blender. И вот теперь мы в Blender 2.81 и нужно заменить вот эти вот наши декорации именно вот этого неба. Выделяем вот эту вот часть Shift, вот эту часть и жмем Delete. Теперь давайте импортируем. Так, импорт и звездное небо сюда подгрузим. Так, общий формат. Находим рабочий стол. Находим остров, модель. Так, небо. И вот теперь мы в Blender 2.81. И нужно заменить вот эти вот наши декорации именно вот этого неба. Выделяем вот эту вот часть Shift, вот эту часть и жмем Delete. Теперь давайте импортируем. Так, импорт и звездное небо сюда подгрузим. Так, общий формат. Находим рабочий стол. Находим остров, модель. Так, небо. Ну а теперь S и все это дело вытягиваем. Вот так вот. Прям побольше уменьшаем. И побольше ставим купол. Так, в него заходим. Смотрим что-то как. Звезд пока нет. Заходим в шейдинг. И теперь жмем на купол. Появляются вот у нас вот эти вот шейдеры. И жмем Ctrl-T. Так, вот этот шейдер выделяем. Правая кнопка мыши удалить. Вот этот шейдер тоже удалить, он нам не нужен. И вот этот. Так, удалить. Вот эти шейдеры теперь выделяем и жмем G. Перетягиваем чуть-чуть вот сюда. Здесь вот есть... Сейчас поближе подвину. Изображение текстура. И открываем. Подгружаем сюда текстуру. Так, не то подгрузил. Так, открываем. И другую текстуру находим. Смотрим, где она, что она. Десктоп. Вот она, текстура неба. Открыть. Вот уже подгрузилось, все прикольно. Погружаемся в наш купол. Ну и теперь нужно S. Вот так вот. И немножко сделать больше моря. Так, смотрим, что да как. Вот такая штука получилась. Вы видите, что уже и свет по-другому падает. Все прикольно. Возвращаемся. Так, теперь layout. Смотрим что-то как, чтобы море не выходило за рамки. Чуть-чуть ее уменьшаем вот так. Все, теперь мы точно попали. И вот теперь у нас остров, звездное небо. Еще воду поменять текстуру именно моря. Выбирать надо именно, если ночное небо, то цвет ночного моря. Вот так вот. А тут уже будет игра света. Вот такое звездное небо. Все, всем пока, до свидания.